Всем привет, ребятки, с вами снова я, Зойка Ира. Мы снова вместе, и сегодня я решила слепить очередного персонажа из Южного парка. Последнего из четырех основных друзей. Надеюсь, вы догадались, кто это. А мы начинаем. Не забудьте подписаться и поставить огромный лайк. Мне будет приятно. Слепим голову, туловище, ручки, ножки, глазки, а также детали для шапочки. А теперь соберем. Итак, ребятки, кто следит за моим каналом, знает, что мы всех слепили и остался один Стенмарш. Вот сегодня мы его как раз таки и слепим. Нам понадобится либо желтый, либо бежевый пластилин, из которого мы скатаем большой шарик. Это головка. И также мы прикрепим такие две большие пластиночки белого цвета. Это глазки героя. Так. И вот таким образом располагаются у него. Теперь по черному маленькому шарику зрачку. Вот такой вот он, удивленный. И шапочка, конечно же. Так. Нам нужен будет синий пластилин, который мы вытянем вот в такой вот жгутик. Вот так вот обернем, аккуратненько прижмем, и вот получается такая как плешка сверху, да? И вот это вот пространство мы закроем другой пластиночкой. Вот, лишнее убираем, она нам еще вот и сюда пригодится. И вот сюда. А теперь аккуратненько пальчиками мы все места соединения сгладим. И у нас получится сверху такая вот ровная синяя шапочка. И я все аккуратненько сгладила. Также шапочка у него вот с такой вот красной полоской. То есть нам нужно взять либо уже сразу красную полоску, либо как я взяла жгутик. И сейчас, когда я его буду аккуратно покрывать вокруг шапочки, я его пальчиками плющу, как сказать, нажимаю на нее пальчиками, и она вот так вот сама, так сказать, аккуратненько вытягивается, становится более плоской, все как мне нужно. Так. И вот эту часть мы тоже. Итак, полоска на шапочке полностью сделана. И еще у шапочки есть сверху помпон красного цвета. И чтобы он походил на помпон, мы его с помощью стыка вот так вот немножечко нарежем, изобразив шерстинки
И также с другой стороны, просто в хаотичном порядке мы сделаем эти насечки и в виде чудесных шерстинок. Так. Помещаем сверху на шапочку, а смотрится очень даже правильно. Так, рот у него простой, с помощью стыка мы как раз его и изобразим. А лишнее, то что у меня ротик должен быть все-таки немного меньше, а у меня стыком получилось делать много, поэтому лишнюю часть рта я снова замазала, затерла пальчиком. Вот. Улыбочка готова, голова тоже. Начнем остальное. Тело коричневое, он в такой курточке. Вот такой сплюснутый шарик. К нему мы прикрепим жгутики, ручки, которые в красных перчатках шариках. Куда еще одна рукавичка вкатилась? Вот так. Все на месте. Все хорошо держится. Штанишки. Такая вот синяя деталь. Так, все будет хорошо закреплено. И ботиночки. Такие вот небольшие. Черненькие. Мы их тоже аккуратно вот так вот друг к другу прикрепим. Такой он у нас как спортсмен плечистый получился, да? Головёша последняя. Ну вот, малыш, готов. Итак, как вы уже догадались, по этой шапочке у меня получился Стэн Марш. Да-да, он последний из основной четверки друзей. Вот такой вот он у меня забавный получился. Довольно-таки легкая поделка, поэтому, если кто-то очень любит этот мультсериал и его персонажей, можете сделать себе такого с вами. Всем пока-пока и до новых волшебных встреч!